Меня зовут Забелина Оксана Викторовна. Смирнова Люба Владимировна. Я являюсь членом Ассоциации правления развития общественного самоуправления города Ярославля, а также являюсь заместителем председателя ТОС Твериться. Моя коллега, организатор-педагог, да, мы общественники, скажем тоже так. Тоже член ТОС Твериться. Да, общественники. Мы, значит, хотим рассказать про наш проект. Он называется EduHelp, то есть образовательная помощь. Штатная будет, то есть мы уже подобрали, да, команду хороших профессионалов с педагогическим образованием, это точно, однозначно. Ну, идей, конечно, много, вот, но постепенно надо их осуществлять, не разбрасываться, скажем так. Вот есть, да, есть направление, оно действительно как бы, мы хотим его реализовать. Есть достаточно профессиональные люди, есть желание, есть возможности. Вот. Первый шаг наш, участие в вашем конкурсе, спасибо огромное. Вот. Да, надеемся, что выиграем, победим и дальше. Вот. Но некий опыт все равно он есть, чего-то надо начинать. Мы в любом случае очень рады. Мы проводим, естественно, все праздники, мероприятия. И это, ну, это сезонные, да, зимой там, например, Новый год, весной Масленица, летом всякие спортивные мероприятия. У нас пикник по-соседски, вот, есть субботники, то есть помощники. Еще ценность в чем проекта? У нас как бы цель в том, что объединить вот поколение, то есть старшее поколение объединить с младшим поколением, передать вот эту самобытность, немножечко сделать какой-то там, может быть, креатив, вот, чтобы это было интересно, потому что все-таки мир не стоит на месте, он развивается. Вот. И, скажем так, на нашей территории Тверицы, к сожалению, нет детских центров. Вот. У нас только две школы. Одна школа с 5 класса, вторая до 9 класса. Школы, конечно, хорошие, но в них тоже нужно вдыхать жизнь. Поэтому очень хотелось бы, что на нашем микрорайоне Тверицы и ближайших к нам районов создать такой центр помощи, можно сказать.